Что это? Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня челлендж засмеялся, проиграл. Опять же, канал Смехотень. Опять же, будут смешные ролики, в котором мы проиграем, потому что смеяться это классно. Ну, сами знаете. Погнали смотреть. Окей. Мисс PlayStation. Не работает. Нет, не работает. Походу, скорее всего, жесткому диску трезда, потому что от падения жесткие диски, они, конечно, им капец. Это боль, это боль. Пицца. Да что ж такое, что же все падает? Ву, прикольно. Попугай научили мелодию с Пятого Крестового Моря напевать. Прикольно, слушайте. Сейчас будет, наверное, реклама. Но реклама это хорошо, ведь автор кушает много. Окей. Он положил фанус. Вот это ему весело. Он столько всего видит. Бедняга, бедняга. Жалко его. О, нанотехнологии поехали. Киберпанк. Это киберпанк, ребята. Как тебе такое? Вот это я понимаю. Ой, это не калибри, блядь. Это калибри. Калибри завелось у нас в гараже. Что это за... Посмотри, блядь, какой-то вирусный... Летел. Они так драты, как дети, блин. О, огромное колесо для кота. Все, видимо, устал. Хватит с него. Видимо, очень устал. Это я уже видел. В каком-то паблике, не помню, надо было закончить же. Ну, на самом деле, блин, Моргенштерн – это чувак, который контрастов, по-другому не скажешь. Ну, он странный в этом плане. Он то говорит, я пыль, то я супербогатый и успешный, то я снова пыль, то смотрите, какой я богатый и успешный, но при этом я пыль. Короче, да. Что это? Что это за говноде... Что за говнодемон, реально? Что это такое? Что? Окей. Марти, ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. История игрушек вместе с мафией смешана, или что это было? Хорошо. Я позже поеду. Не-не-не, не так нормально. Затонированные стекла полностью. А что, два букета, что ли? Букет зацепился за... Короче, птицы улетают, потому что здесь подключили 5G, и вот прям людей на улице отключают. Вот 5G, вышки не такие, да. О, это Рататуй, блин, какой шикарный мультфильм, просто Pixar в моем сердечке, ребята. Зачем? Ну, ч... ну сейчас они делают, конечно, не настолько все круто. Что это? Что это был за звук? Беги, братишка. Смотри, Вик, я нашел маску, и она показывает то, что у тебя в голове, то, что ты хочешь. Понятно. А как здесь упражняться? Что это передо мной? Кажись, это сальто. Что-то я не так делаю, блин. Ты опять сел, Вы хорошо занимаетесь. Вы бьете его после тренировки. Блять, каждую неделю умею, блять. Класс занимается. Да. В общем, мучаюсь с этой... Вот с их изобретением, в рот их. А так ты...
Пранкер, блин. Зачем? Get a taste of that Big Mac. It's really good. Так жалко AirPods. Так мне жалко, это же техника. Нельзя ко всей технике нас уважением. Вы за что это сделали с ним? Это, наверное, моя картинка немножко темненькая будет. Ну что это? Что же происходит? Разбайтил, разбайтил. Разбайтил. Я просто монитор чуть по-другому поставил, поэтому картинка может быть немножко темная, я не знаю. Попробую сейчас ее поярче сделать. Наверное, так будет чуть-чуть лучше, да? Надеюсь, да. Какой кот? С тобой все нормально, бать! Что это было? Отец! Отец! Ну ты видел, ну, ты видел! Эх, это же такой классический мем. Супер классический. О, ну ложка это опасно. На тебе ло... Как они воздух бьют. Ну это прикольно, кстати, сделано, доработан аттракцион. Раньше просто надевали шлем, типа, и просто стоял, смотрел, ну, эти всякие горки американские. А тут как бы стоять штукой, это прикольно. Не, ну это реально круто, типа, классно. Это прикольно придумано. Что это? Забавно. Это прикольно. Обманув на деньги! Обманув на деньги! Лупа ворона. Это гитарщика? Да, гитарщика. А, это дом! Забавно. Ты можешь нормально исполнить приказ? Спасибо, что я извинился! Good morning, Glenn! Can you tell us something your mom doesn't know? Что он делает? Зачем он пытается съесть микрофон? А, я включил субтитры. А вторые 50% молятся. Телевизор работает, и я буду здесь, сука, стоять. Лучшие комментарии. Интересно, это была оговорочка по Фрейду? Или это было просто так и задумано? Мне кажется, это была оговорочка. В итоге его все. Его больше никто не видел на телевидении. Вообще, на самом деле, слово на S, я пытаюсь меньше говорить слова, хотя я их не цензурю, это слово, вообще никогда. Но я пытаюсь меньше говорить сам в своей речи, потому что YouTube... Кто его знает, этот YouTube, он может воспринять мои слова как оскорбительные для кого-то. У меня недавно видео заблокировали за дискриминацию, да, в котором не было ничего. Я пересмотрел его 3 раза, смотрел его с семьей, смотрел его с друзьями, чтобы понять, что могло кого-то обидеть. Никого ничего не обижало, и никого даже не было мысли, что могло бы обидеть. Дискриминация. YouTube, пишите тайм-коды, пожалуйста, когда пишете, что я кого-то тут обижаю. Ладно, ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал Смехотень. У них классные подборочки. Также подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои ролики. Я буду этому очень и очень рад. И нажимайте на колокольчик. Вот такие вот дела. Всем удачки. Всем пока-пока.